главный тренер футбольного клуба Евпатория Алексей Грачев. Алексей Викторович, Казалташ становится камнем преткновения для Евпатории? Наверное, да. Но это образно, можно сказать. Все команды сейчас будут, новый чемпионат, новые игроки. Как и в нашей команде новые, так и в других командах новые игроки. Они все будут доказывать свою тренерам, президентам свою профпригодность. Вот у нас тоже получается центральная ось поменялась, все новые игроки. Поэтому, можем если прокомментировать первый тайм, совсем позиционно, да, потом по счету нам пришлось изменить ситуацию, сыграть в два нападающих, попроще сыграть. Моменты были, надо забивать. Как бы мы могли эту игру вытянуть. Так, но проблемы есть, я имею в виду, на наш взгляд, это проблема не очень прямолинейна, и многие принимают неправильное решение. Раз будем показывать им, что надо правильно выбирать направление атаки, да, или там передачу выбирать. Выбирать очень сложно, надо попроще и понадежнее проходить центральную часть поля и там штрафной. Конечно, когда дается момент забивать, надо использовать. Показалось еще, что сегодня эмоционально наши игроки были как-то так выжимщены, нет? Ну, можно по многому, находить причины можно сейчас оправдываться. Это же и тренировались на искусственном поле, но это не, по состоянию на последних минутах мы достаточно активно пытались выровнять игру, да, то есть не выровнять по счету игру, я не имею в виду выровнять игру в контроле мяча. По контролю вопросов нету, но чемпионата мира по держанию тоже нету. Надо атаковать для того, чтобы бить поворот. Не знаю, конечно, как нападающие там такие моменты были, но вратарь, наверное, хорошо сыграл. Но всегда будет единоборство вратарь нападающий, но сегодня их вратарь сыграл лучше, наши нападающие, все, кто нападали в атаку.